Напомню, Одесса вышла в финал битвы городов за проведение конкурса Евровидения 2017. С нами конкурируют Киев и Днепр. Отмечу, что Министерство культуры должно было назвать победителя 1 августа, но из-за финансовых и юридических трудностей результаты объявят позже, когда именно, не сообщают. Ну а вот международный джазовый фестиваль «Одесса Джаз Фест 2016» приглашает меломанов на небольшую вечеринку. Она состоится 7 августа в Зеленом театре. Это будет своеобразный разогрев перед основными датами фестиваля. Вход туда свободный. Создавать джазовое настроение обещают участники одесской группы «Джули Ноза» и танцоры из «Линди Пойнт». Я напомню, «Одесса Джаз Фест» пройдет в городе с 23 по 25 сентября.